Добрый вечер, партнеры. Рад вас всех видеть на вебинаре, который у нас посвящен инструменту получения дохода уже сейчас, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на мировой транспортный рынок и рынок инвестиций. Вот. Немножко позже вышел, потому что есть чем заниматься еще параллельно. То есть завтра вы, ну, наверное, узнаете интересную информацию, поэтому не буду заранее говорить, что и как, но я думаю, она вас порадует. Вот. У нас сегодня с вами разговор касается непосредственно партнерской программы, то есть это действительно возможность для каждого нашего партнера, либо для тех, кто таковым готовится стать, создать серьезный источник дохода. Причем создать его можно в течение ближайшей недели, ближайшего месяца, ближайшего года, все зависит от того, какой темп вы выбираете сами. Потому что при сотрудничестве с нашей компанией по партнерской программе вас никто не может заставить делать то, чего вы не хотите делать, да? Но с другой стороны, мы вам можем предложить, делая простые шаги, такие как работа с информацией, стать еще и финансово обеспеченным человеком, давая людям информацию о развитии нашего проекта, то есть помогая нам популяризировать информацию о развитии технологии Юницкого, вот, о создании экотехнопарка, о выведении новой инновационной транспортной системы на мировой транспортный рынок, ну и так далее, и так далее. Все, что отсюда вытекает. Любой человек у нас, приходя в наш проект, становится в первую очередь, по сути дела, совладельцем компании, потому что он становится владельцем какого-либо пакета долей компании. Это может быть маленький пакет поначалу, стоящий $15, в котором на сегодняшний день, на восьмом этапе развития нашего проекта, находится 450 долей. Да? Либо вы можете выбрать себе пакет, который вам на сегодняшний день наиболее подходит по вашему сегодняшнему финансовому состоянию. То есть, если вы готовы там, от того дохода, который вы сегодня получаете, 5-10% инвестировать в среднесрочные инвестиции, да, потому что вход технологии на транспортный рынок, а многие называют технологию Skyway, которую мы выводим на транспортный рынок, сравнивают с примером вхождения в рынок коммуникаций технологии интернета, только мы гораздо быстрее это сделаем. Да. Соответственно, вы можете сейчас взвешивать, какая возможность есть в ваших руках, сами им принять участие в этом направлении, да, то есть по мере движения по партнерской программе, по созданию бизнеса по партнерской программе, получение денег на акционный счет, который у нас является подарочным, и с него вы можете только, например, приобретать пакеты долей компании, вы еще также можете помочь огромному количеству людей, которые вас окружают на сегодня. Родные, близкие, друзья, знакомые. Я знаю, что 90% людей, которые вас окружают, хотели бы иметь больше денег. Даже более 90%, возможно. Да, далеко не все из них готовы что-то делать. Да, далеко не все из них готовы менять какое-то свое мировоззрение, взгляды на жизнь, да, которые им вбили в голову еще в детском саду. Но есть и такие. Потому что, скажем так, то, что Земля может быть не круглая, а стоит на трех черепахах, да, и так далее, и так далее. Есть такие, которые в это верят. Вот. Поэтому данный шанс сегодня предоставляется всем. Если среди вас есть те, а я знаю, что есть, которые знакомы, скажем так, с бизнесом в MLM, индустрии, либо по партнерской программе, они знают, что можно стать дистрибьютором любой из там нескольких тысяч MLM-компаний, работающих на территории земного шара, да, и заниматься тоже точно так же информационной работой по предоставлению информации о товарах, услугах, какой бы то ни было компании. Но там вы строите сеть, там вы можете тоже зарабатывать большие деньги, там вы можете дойти до вершины маркетинг-плана, это одно из необходимых условий, буквально в нескольких компаниях, которые делятся со своими партнерами каким-либо небольшим пакетом акций, скажем так, в проекте, который уже запущен, может быть, там 10, 15, 20 лет, может быть, новая компания, неважно. Компании, которые в мире MLM предоставляют возможность своим самым успешным дистрибьюторам получать какой-либо пакет долей компании, их очень мало. Вот у нас все построено наоборот. Там вы должны построить большую структуру, там вы должны создать многомиллионные товарообороты. И только после этого, возможно, да, руководство компании соизволит вам дать возможность стать совладельцами компании на маленькое количество акций. Здесь все происходит наоборот. Количество долей компании, которые вы можете приобрести, определяете вы. Но вы сначала становитесь совладельцем компании, продуктом которой на сегодня и далее будет являться технология струнного транспорта, технология небесных дорог, да, технология струнного ограждения, все это струнные технологии. Вот. И далее этот продукт будет реализовываться в большом количестве проектов, находящийся в разных уголках земного шара, и с этих проектов вы будете получать доход на те пакеты долей компании, которые сегодня вы приобретаете, на то количество долей в пакетах. Да? Потому что вы в процессе движения по партнерской программе можете купить пакет один раз, можете два, можете более. То есть по мере, скажем так, получения дохода, создания крупного бизнеса,
вы можете точно так же 5-10% от своего дохода здесь инвестировать дальше в наш проект, увеличивая портфель инвестиций. И к моменту выхода транспорта на мировой рынок, да, то, что мы планируем там 17-18 год, вот, мы планировали к 17 году закончить сертификацию транспорта и дальше выходить на мировой транспортный рынок, но уже по некоторым транспортным средствам, по крайней мере по одному из них, сертификация уже начата. И, возможно, будет закончена даже не до окончания 17 года. То есть мы в чем-то опережаем даже движение по нашему плану. Вот таким вот образом. Поэтому, что я вам хочу сказать, коллеги. Инструмент, который есть в руках у каждого из вас, по сути дела, это та информация, которая может быть важна для ваших родных, близких, для их друзей, знакомых и так далее. Строить данный бизнес, не могу сказать, что легко. Действия, которые нужно предпринимать, они просты. Вот. И чем проще вы будете создавать свою партнерскую структуру здесь, да, то есть формировать сначала, как мы говорим, какой-то коллектив. Да, из него потом проявится структура. Это те люди, которые будут выбирать какие-либо пакеты далее компании, что-то приобретать. И в этой структуре родится команда. Если вы будете все делать по шагам, будете обучаться сами, обучать простым шагам своих партнеров, соответственно, у вас будет команда, которая может работать в разных регионах, вот, и помогать вам создавать крупный международный бизнес. Потому что сегодня у нас, скажем так, вот данные пока разнятся, но могу сказать однозначно, больше 100 стран, из которых люди стали совладельцами пакетов «Далее компании» в нашем проекте. Соответственно, для каждого из вас открыт, ну, по крайней мере, более половины земного шара, да, потому что вы знаете, стран всего там 200 с небольшим, вот, а у нас уже порядка 100 с лишним стран, где люди стали совладельцами пакетов «Далее компании». Соответственно, в этих странах могут проживать ваши друзья, знакомые, близкие. У нас огромное количество стран, городов в них, где проходят живые презентации. Соответственно, взяв эту информацию из нашего личного кабинета, из расписания вебинаров, либо из расписания живых презентаций, вы можете дать им своим, скажем так, друзьям, знакомым, тем людям, с которыми вы можете познакомиться в социальных сетях, и они могут проживать в тех городах. И благодаря тому, что они узнают данную информацию, они станут вашими партнерами, могут начинать развивать региональную свою структуру там, а вы будете получать доход, находясь в том городе, где вы находитесь. Единственное, что вам это может дать, это ваши действия. Потому что если вы даже будете восторгаться, если вы будете любить технологию Skyway, вы будете, скажем так, очень уважать Анатолия Эдуардовича Юницкого, и это нормально, вот, но не будете никому об этом говорить, ну, в принципе, один плюс у вас, конечно же, будет. И он будет, может быть, даже очень большим. Это те пакеты «Далее компании», которые вы купили, например, и будете получать дивиденды. Но если вы действительно, скажем так, где-то в душе хотите помочь тем, кто вас окружает, да, и с чистой душой им будете предлагать, не из подхода такого, что вот я сейчас на них заработаю там какую-то сумму, да, а то, что вы предоставляете своим родным, близким, друзьям, знакомым возможность изменить к лучшему то, что у них есть на сегодня. Я не говорю, плохая у них ситуация, хорошая, отличная, великолепная, всякое может быть, да, но даже самое великолепное может стать еще лучше. Потому что мы не знаем пределу самому хорошему, в принципе, как мы и не знаем пределу самому плохому, да. Говорят иногда, что вот есть ситуации в жизни, что лучше бы смерть, чем вот то, что есть. Хотя так говорить, наверное, нельзя, Бога гневить, но тем не менее, человек может довести себя до такой ручки, что все время стонать на эту жизнь, брюзжать и говорить, что мне хреново, и будет все время хуже, хуже и хуже, вот это может случиться. Вот. Не то, что Бог испытывает человека, сам человек решил испытать, насколько, скажем так, он способен распоряжаться своей жизнью в тех рамках, которых ему отведено. Никто не знает, сколько нам жить. Да? Есть выражение, что завтрашний день никому не обещан. Вот. Не важно, сколько вам лет. Неважно, какое у вас сегодня состояние здоровья, оно может меняться в очень короткий промежуток времени. Да? Я вам желаю, чтобы это здоровье у вас было крепким, я вам желаю, чтобы это финансовое здоровье ваше становилось изо дня в день лучше. Вот. Ну и чтобы, скажем так, душа ваша светлела, и вы, скажем, с открытой душой давали информацию о том хорошем, что есть в вашей жизни. Я вам не говорю, что вы должны, скажем так, как Пономарь, ходить 24 часа в сутки и говорить, струнная технология Юницкого и так далее, вас могут забрать в места, которые, скажем так, не совсем, может быть, куда мы хотим попасть. Но это инструмент. В вашей жизни наверняка, помимо, скажем так, того, что есть инструмент для получения дохода, это партнерская программа нашей компании, есть много чего еще, что делает вашу жизнь хорошей, классной, интересной. Это ваша семья, дети, внуки, это какие-то события, которые вы любите, да, это может быть спорт, это может быть театр, это может быть все что угодно, ваши какие-то хобби. Так вот, партнерская программа, которую предлагает компания Skyway Capital, это инструмент создания в вашей жизни больше того, что вы любите. Ни больше, ни меньше. Я не говорю сейчас просто о деньгах, просто деньги – это пустота.
Да, это толстые пачки, возможно, это даже килограммы золота, может быть, где-то в мешках закопаны и так далее, и так далее. Но деньги нужны для того, чтобы что-то реализовать в своей жизни, либо в жизни своих родных и близких, кого вы любите. Поэтому вот такой инструмент есть у вас. Я смотрю, что задали вопрос. Знаете, акция длится только до 31 числа, и вот у меня информация о том, что там какие-то дополнительные 2 недели, либо чего-то еще будут, у меня нет. По всей видимости, вот сегодня еще есть время, да? Конкретно по регистрации двух человек, двух регистраций, сказано именно, вот было до 20 числа, а потом до 31. До 31 числа у нас была акция, если кто-то по вашей рекомендации регистрируется, и в течение 2 недель, он делает покупку, да, вот это было с 20 декабря по 31 число, например, зарегистрировался он 14 числа, вот, да, и 29 он взял, оплатил, соответственно, это 300 акций, да, вот. А насчет 300 акций все равно сегодня, да, потому что, ну, в рамках установленного срока должны были быть регистрации, и не позднее 2 недель, от момента регистрации до принятия решения. И бонусы то же самое. У нас бонусы действовали с 20 по 20 за двух людей. Мы продлили до 31 числа. Поэтому действие вот всего того, что было замечательно в Новый год, заканчивается сегодня в 23:59. Вот. Но я думаю, не позднее. Потому что вот в 12 часов будут внесены изменения в личный кабинет и так далее, и так далее. Вы это сразу сможете увидеть. Баннеры поменяются, там еще что-то произойдет. Здравствуйте, Альбина, очень рады. Жуковский становится центром авиации, да, в последнее время. С него начинают чаще летать самолеты налево-направо, причем гораздо по более дешевым ценам. Вот. Это радостно. Но, тем не менее, давайте строить Skyway, да, как говорят. Кстати, билет в Минск стоит из Жуковского 64 евро, если берете туда и обратно. Белавия. То есть это дешевле даже, наверное, получается, чем брать плацкарт на белорусские поезда. Поезда Москва-Минск, Москва-Брест, которые идут мимо Минска. Вот. Поэтому, возможно, даже на мероприятие, которое у нас состоится в июне, да, кто-то и прилетит из Жуковского по цене 64 евро. А, кстати, вот вам говорю, что если вы планируете везти людей из Москвы, либо из Жуковского, там можно уточнить в Белавии. Групповая заявка, может быть, будет стоить и дешевле. Может, с кем-то скооперируетесь, да, там 10, 15, 20, может быть, 30 человек. Соответственно, на эту группу, может, билет будет стоить не 64 евро, а может быть, 60 на каждого. Ну, это как бы так, мои размышления вслух. Итак, друзья, партнерская программа. Я предлагаю сделать следующим образом. То есть мы с вами немножко поговорили, что это такое, да, потому что, ну, в принципе, об этом можно говорить и много, и гораздо дольше. Вот. Но я вам хочу включить ролик, который расскажет, что из себя она представляет, и после ролика просто отвечу на вопросы. Вот. И если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Если, скажем так, все будет понятно и так далее, то буду продолжать, чем занимаюсь, потому что мы готовим тут большой пласт информации для вас, который завтра там появится и в ближайшее время. Поэтому предлагаю посмотреть ролик, а дальше будем с вами двигаться уже в зависимости от того. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно 8-му этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В
первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 3%, с пятого 2%, с шестого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С первого 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по 20 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по 20 0,2%, с 21 по 24 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. К
Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, коллеги, вот такой достаточно простой маркетинг-план, сложного в нем ничего нет. На вопрос Светланы сразу отвечаю, что я предполагаю, что, наверное, будет все-таки 2 дня, да, потому что первый день, возможно, это будет у нас на территории экотехнопарка, второй день, наверное, это будет опять конференция, но как минимум 2 дня. Если предыдущий экофестиваль был двухдневный, то этот, наверное, будет не меньше точно. Вот, поэтому вот такие дела. Коллеги, если нет каких-то серьезных вопросов касаемо партнерской программы, наверное, предлагаю вам сейчас заняться тем, что вы можете еще успеть зарегистрировать людей и получить, скажем так, какое-то вознаграждение. Мы же будем двигаться дальше сейчас в рамках того, что запланировали сделать на сегодня. Вот. Как вы на это смотрите? Завтра в 17 часов жду вас на вебинаре, который у нас состоится по презентации нашей компании. Там сможем с вами подробно поговорить. Завтра, возможно, успею, дай бог. Доделаю вторую часть презентации в новых слайдах, она будет выглядеть немножко по-другому. Вот. Но это будет завтра. На сегодня давайте тогда мы закончим. Всем хорошего вечера, здоровья, любви и денег. Вот. И ждите завтра новостей.